3. Доброго вам ФПС, дамы и господа. С вами сегодня я, Шустрила, Тимка, Бисквити и Терентий Дайер. Пацаны, привет всем. Мы слышим туц-туц. И как вы можете догадаться, это совместный Far Cry 3. Дом не там, я залип. Ты. Леонард. Дом там, где тебя уважают. Дом там, где тебя... Нынче мой жетон пустышка. Уваживать. Стоило убить пару ублюдков, приставших моей сестре. И ни жетона, ни оружия, ни пенсии. Как-то так. Несправедливо. А я бушишка пока не порезал ни того уёбка. Осторожно. Они матерятся? Это официальное разрешение. Я тоже могу ругаться, значит. Нифига себе, он мясо кубиком режет. Ну что это? Я бы до сих пор носил... На супец похоже. Психом нельзя иметь оружие. Тише. Генерал потянул ниточки, и мне тут же нарисовали нервное расстройство. Хотя мы все тут немного психи. Иначе как мы могли оказаться здесь? Мне нужно... Ширяются. Михаил. Такие, как я, не уважают жизнь. Широчку Миша. То есть Миша у нас наркоман. Нет. Леонард старый ублюдок. Тиша, больная на голову. Нет, она наркоторговка, видимо. Но жизнь шлюха. Стоило нам поправиться, как явились пираты, чтобы спиздить нашу новую жизнь. Я рванула за деньгами. Он... Пираты лезут уже на чёрные двери. Ну что за... Ну я могу прекрасно о них позаботиться. Та-та-та-та-та-та-та. Проблема. Проблема в этом ёбаном капитане корабля. Этот ублюдок продал нас. Забрался заработанные нами деньги. Капитан корабля. Интересно, кто за кого будет играть? О, капитан. Пиратов. Ну и сука этот Кэп. Давай, блядь, ты сука! Да что ты игра такая? И моим. Не надо было так делать. Попался, сука! У нас лишь один выход. Не ждать, пока нас продадут как скот, а драться! Драться! Элис! Что там делает Элис из Left 4 Dead? Пока мы не вырвем деньги. Привет! Нельзя получается, что... Говорит, три чизбургера! Убейте всех! Шоу! Принял! Бей! Пошли! Еще один! Наркотиков надо. Там хеш. Ага. На корабле, да, нормально. Да, там хер из гоноплов. Граната ложись, да. Ну и залив в пустоту. Давайте все будем стрелять в пустоту, это очень круто. Эффектно. Плохие стены. Far Cry 3. Вот они плачут. Battlefield 3, да? Точно. И закат. Широкая какая-то лодка. Чёртова загрузка, раз, два, мать её, ёб. Так, мне нужно выключить Steam, пока все грузится. Отлично. Я готов получать первое впечатление от этой шикарной игры. О! Приплыли. Слушайте, я ковбой, мать его. Я голый. Очутились. А ты не понял? Девушки. Какие у тебя кубы? Говорили, что здесь хозяйничают пираты и местные племена. Ковбой. Я на разведку. Он вернется. Да, я ковбой, мать его. Полковник жил на ферме. Вероятно, заключить свою чертову сделку и отвалить с баблом. Точно. С моим баблом. Значит, надо найти. Тимка, ты наркоман. Или это Терентий? Это я. Я видел капитанскую шлюпку. Но там куча пиратов. Тимка, у тебя золотые купола на спине. Золотые купола. Готово. Изменить снаряжение. Да я готов. Долой готов. Как сделать готов? Охотник, диверсант, штурмовик или стрелок. Ух ты, я могу. А где вы это выставляете? Охотник — это снайперка. О, я диверсант. Я с эмочкой, с глушителем. Тимка, отдай снайперку. А это охотник, а что, нельзя две вместе брать? А как вы вообще что-то выбираете? Вон, изменить снаряжение. А, диверсант, охотник, да. Ну давай я буду снайпой. Так и быть. Я учился этому. Так, а вы что, одинаковые будете? Может, это... Я первый выбрал. Хорош. Ну все, начало. У нас начало через 5 секунд. Угу. 4, 3, 2, 1. Ready. Так, вот мы почти готовы. Мы уже научились играть, не прям. Там боевой клич какой-то есть, я играл там. От третьего лица, я не собираюсь играть от третьего лица. У нас всего один шанс. Ой-ой-ой, скорость мышки нереально, я меняю. Подождите. Да. У меня. У меня опять начало. Уже игры. Пора. У меня выбор персонажа там. Вот. О. У меня нормально. О, да. Не, у меня очень большая сенсация. Немножко черные полосы вверху. Там сенса сумасшедшая. Техническая пауза. У меня нормально. Так. Нет, все еще много, подождите, я слишком. Так, у меня, наверное. Она слишком шустрая, прям слишком. А где баба? Мы бабу потеряли. Она нам не нужна. Она исчезла. Без баб. Все равно быстро, да что ж так.
Димка, насколько у тебя сенса так, стоит? В принципе, слушай, красивая игра. Видимо, не просто так ее рекламировали. Как вообще наше знакомство с Far Cry началось? Изначально мне один из моих подруг порекомендовал ее. Я как-то скептически отнесся, да, типа Far Cry, думаю, что такое. А потом Димка залетает и говорит, да, шестрила Far Cry, я такой, ну давай. Так что Димка, грубо говоря, сейчас фаундер для меня. Так, идите. Это лодка капитана, он был здесь. Есть план. Ты кривой! Опять прибирать за я тобой дерьмо. Подожди, здесь убили какого-то парня, он завязал. О, я себе. Пошел. Так, где-то выстрелить по бочкам. Идите по следам капитана. Я, конечно, понимаю, но чем мы сейчас занимаемся? Мы... Идем по следам капитана. Да. Я убиваю людей, по-моему. Так, ковбой перезаряжай. Я вас вижу через стену. Я кривой. Left 4 Dead. Что-то какие-то они толстые. Headshot, bitch. Так, подожди, а, вот садится на цену. Я вообще кривой наглухо. Был. Я нашел калаш, я не умею. Тереньки, над тобой сверху. Да я вижу, вижу. У меня управление сбросилось, я понял. Мне тоже. Умри! Эткой, мне дали помощь. Тереньки, ты умер? Нет! Не хочу, я скоро умру, спасите меня. Я стой! Я кривой. Что мне делать? Что мне делать? Я умер. Да, сюда, Тереньки. Как, если я мертвый? Димка, Тереньки! Я что-то, я смотрю на море и... Они какие-то толстые, я пол обоймы высадил в одного пацана, он не умер. Он мне две пули дал, я умер. Я что-то научился делать и умер. Как у меня... Похоже, тебя сейчас вырвет. Скользи! Как приседать? О боже, ты меня уколол, о боже мой, наркотик, ты мой наркотик сейчас. Не вопрос, обращайся. Ой-ой-ой. Хедшот. Пацаны, мне нужно поменять управление, не спешите. Да. Давайте поменяемся. Техническая пауза. Мы вернемся к вам через одну минуту. Вали! Боже мой. Тереньки, их куча! Спрячься! Спасите меня, я умираю, мне надо доза. Я тебя прикрою. Если попаду хоть раз. Их много. Тереньки! Тереньки! Сейчас, я лечусь. Я вообще... Я сейчас умру! Я не хочу умирать, я хочу жить, у меня купола. Я еще долго. Что долго? Подними жопу, мать твою! О, да, моя доза. Мой наркотик шустрила, пришел. Мы должны вернуться назад. Это лазера. Так, я первый меняю управление, прикройте меня. Я забираю. О, нет! Граната. Я решил проблему. Все, не прикройте. Дети, не волнуйтесь, я тут. Где-то здесь у них калаши, я хочу калаш. Это пушка меня не радует. Е. О, я тут держу. СВД. Я нашел под ствол и теперь, ну, гранатомет. Я попал в пальму. Димка, не мешай, я меняю управление. У меня молотов, кажется, есть. Ой. Я обойду слева. Надо уколоться опять. О, боже, как я... Да ну ё-моё! Снайпер! Терентий. Так, все, я вернулся, я полностью в боевой готовности, я поменял управление, все нормально. Терентий! Я научился делать подкат. Да, ты умер? Я вернусь за нет, тобой. Нет, я просто валяюсь в кустах и смотрю на море. Ты пьян? Ты снова пил? Да. Где мой, где мой любимый наркотик? Я твой наркотик. Так. Что мы должны сделать? Пройдите через пиратскую деревню. Это пираты? Ну, эти, космические. Понял. Снайпер, прячьтесь! Снайпер, прячьтесь. Здесь снайпер, аккуратнее. Я снайпер! Опа! Ковбой Джонни. Я хешку закинул туда. Так, я пошел рашить опять. Надеюсь, будет успешно, давай посмотрим на него тюрбан. Да что ж такое, надо придрачиваться. Ой-о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 й. Снайпер, не высовывайтесь! Ну вообще беда. Надо снайпера найти. Да слушай, я что-то прям не могу. Я нашел снайпер. Я уже вроде придрачился. Ну я потихонечку. Последний выстрел. Я заряжаю. Идем дальше. Получай-ка, дохлый пидор, слышишь? Какой? Я хедшот дал, он говорит, получай-ка, пидор, или что-то такое. Мне не нравится мое оружие, я хочу автомат. Можно забрать его? Куда тут можно? Главное не спреить, я уже понял это. Тут взрывчатка, нашел взрывчатку, взрывчатка! Так, я взял взрывчатку. Берем взрывчатку и пополняются патроны. Фак, зелодь. У меня тут револьвер. А револьвер... О, можно револьвер поменять на автомат? Что вообще про... Я убиваю. Мы идем дальше. Ладно. Так, я еще возьму патронов.
А вот оно что. Слушай, эта игра для меня вообще в такую новиночку. Ну вроде неплохо. Я играл вторую часть и так недолго. Вторая не очень, вторая скучная. Первая классная была, я точно помню. У меня патроны кончаются, господа. Ого, тут там мясо. Патроны лежали что-то вначале, около взрывчатки. Я, пожалуй, возьму лучше шотган. О, повешенные. Калаш. Где? Я хочу. Я уже забрал. А то валяются их много, вот только что прошел. Если перебьем пиратов, будет проще найти капитана. Чтобы найти одного человека, убиваем весь бот. Да, да. Это наш метод. Димка слева. У меня беда. Плохие что-то вообще как-то анимация, анимейшн, корпорейшн непонятный. Нет, норм. Нечем стрелять. Так, здесь дробовик лежит. Ты нас сразу не стреляй меня, пожалуйста, стой, прекрати, я тебя обманул. Ты, я в очки ему. Гляньте, я с тобой, как на пейнтболе. Давай, давай. Так. Я на пейнтболе был один раз. Я. Неважно, я ветеран. А! За меня забежали. Ну давай, как обычно, ты убиваешь маленьких детей, я. А ты отжимаешь у них телефоны. Забивает больше всех врагов, убивая этих. Так, вот. Боже мой, красная бочка! АК. Когда ты видишь красную бочку, Димка, стреляй по ней. Ого, да, не, АК спреет так сильно. Не, у меня отлично спрейт. У меня предыдущая пушка намного меньше отдачи была. Дабл килл. Гонка началась. Значит, гонка. Началась. Да, казаться. Я первый. Что это значит? Не знаю. Стреляй, шустро. Шустро, стреляй. Где патроны? Не знаю, тут, сюда, тут в дверь. Пошли в дверь. Пошли так, в дверь. Тихо, тихо, я открываю так. А можно как-то успокоиться, потому что что-то непонятное происходит. Я рыбачил, когда эти пираты... стойте! Вы же те чужаки, что ищут англичанина! Нет. Он говорил про психов, я ковбой. Я не англичанин. Я Михалков! У нас баба про что? Вот ты посмотри! Я не отвечаю, я Михалков! А мне друзья, которые ничего не боятся. Нам, кстати, женщина-то пришла. Возьми меня в долю, и я стану вашей правой рукой. Да нет уж, спасибо. Лови. Вам нужна моя лодка. Среди вас есть механик? Да. Мы только что убили человек 50. Ну, почему бы не убить тебя и... Опять задание? Слушай, как-то все слишком линейно, ну ладно. РПГ есть у стрелка, кстати. Так я диверсантом буду. Тут какие-то навыки есть. Боевой клич. Как вязать боевой клич? На букву Z вроде, я точно не помню. На Z, хорошо. Как в этот... Примерно на Z. Давай попробуем. Я готов. Но начало через 2-1. Ух ты, интересно пока. Ну, довольно прикольно. Алло. Да, она красивая. Алло. Просто. Все, моя лодка пошла. Все. Так, прежде всего. Открыта АК 47. Угу. Красная бочка. Так, подождите пару секунд. Нашли? Хорошо. Пробуй выйти, давай. Совсем близко. Только один. Заводите мою детку. Что, не выходит? Пропусти там. Михалкова, мать твою. Подожди. Возьми ту штуку. Какую? Вот эту. А я уже взял. Сейчас я тебя вытолкаю. Ведь вытолкал же. Состояние катера. Думаешь, растолстый это все? Так, у меня в руках есть. Да, да, да. А, я варю же, я варю... Работать, суки. Я деревянные двери варю сварочным аппаратом. Это... Прораб. Пак заложек. Иди сюда, я тебя сейчас... В руки инструмент. Я тебя варю сейчас. А, я понял, что... Кто тебе варит рыбу, слушай? Работай, сука. I'm on fire, motherfucker. Давайте готовить рыбу со мной. Тиренти. Как работа? Кокосы, жарим кокосы. Моя лодка полная. Да, мы ее пофиксим. Пацаны собираются у скал, что? Ты не дофиксил тайр. То, где? Я готов. Или что, Болдин? Ну что делать? Валим. Сзади! Что? Убить меня. Что делать? Защищать рой. А, все, защищать. А меня. Что пас? Лодку защищать нужно. Дронов мало. Печать уже. Тренти, я тебя спас. Да. Спасибо. Я вообще. Не знаю, что происходит здесь. У тебя своя игра. Да. Я бегу. Быстрый, не больно.
Защитите лодку и помогите кому-то сбежать. Сета. Это же не да. Сета, его все знают. На карту смотрите почаще. Блин, я без наушников вообще как глухой котенок. Я не могу бежать, у меня самострел. Он стреляет, боже мой, что происходит? Открытое шестое чувство мне сказала. Он сам стреляет, у меня спасился персонаж, он бунтарь. Не смей подходить к Михалкову. Лодка! Кто? Стреляет. Меняй магазин! Какая-то херня произошла, я все патроны выстрелил свои. Мне надо твои патроны, парень. Интересно, там будет стата? Кто сколько убил? Наверное. Тут что-то есть. Раз тут так спая. Кто сколько промахнулся в моем случае? Нет! Не надо. Меня сейчас один пацан сольет, потому что у меня патроны кончились. Нет, я его разобрал. Я вообще попасть не могу в человека. А с чего стреляешь? Со снайперки. Ты плохой снайпер. Да вообще не очень. Вот там пока патроны есть. Дело в том, что я привык играть со звуком в такие игры. С нормальным. Да, это еще очень... Еще один, умри. Умри, пожалуйста. Спасибо. Не за что. Уколимся. Ты бы видел, как я его прострелил? У меня почти нет патронов. А, здесь патроны валяются. Вот, так здесь ладно. О-хо-хо! Бьяч! Все, мы выиграли. Состояние катера, его покоцали, надо починить опять. Димка, бери сварку. Чини. Подожди, деревянная дверь сломалась. Работаешь, нужно, сука. Нужно заварить деревянную дверь, все. Точно. Офигеть. Слушай, она красочная такая, слишком прям краски в лицо бросаются. Я уплыл. Слушай, её можно плавать. Чем я её займусь? О, Терентий, тут был? Да. Да. Неожиданный друг. А, не нежданный. Вы смотри, поняли, это же наркоман плавает. Знаешь, что можно скользить? Да, типа бежишь, потом пробел или что? Или Ctrl. Ctrl, да, так. Михалков. Оно так смешно выглядит, зацени. А нам нужно обследовать остальную часть пиратского лагеря, нам не на лодку. Да? Да. А давайте попробуем по стелсу. А, они сами нас ищут. Я понял. Заряжаю! По стелсу не выйдет, значит. Подожди, а как ты говоришь скользить? На Т нажимаешь боевой клич. Я что-то крикнул. Михалков шел. Спел. Или что это? В моем стиле, сказал Михалков. Так. Там снайпер, пацаны. Тут баллистики нет, стрелять надо в человека. У меня релоуд. Идите вперед, я попробую вас прикрыть. Там как-то. Снайпер как бы стоит. Понял, сейчас дай мне еще один выстрел. Да блин, я не могу. Хедшот, я зато хедшот поставил ему. Хорош, бежает. Так, дальше. Где еще один снайпер, не вижу. Дальше там. Ага. Сейчас, патроны. В магазине опять. А сколько надо, чтобы убить? Один. Что вы делаете? Идете или нет, мне все равно. Ну зачем вы убили? Это было эффектное убийство. Надо искать путь, мы тратим время. Я вам говорю, что мы тратим время, надо искать. Я понял. Как слезть? А Михалков убивает людей пока что. Будет сделано. Я нашел. Хорош. Там еще люди бегают, Терентий, слышишь? Терентий. Снайпера забрал. Отлично. У меня релоуд. Пулеметчик. Пулеметчик вынес. Именно где? Я уже закончил. Вижу пулеметчика, я его прогнал, по-моему. Я, по-моему. Там зеленые бочки какие. Там еще чувак в сарае. Там еще сзади. Закинул фешку туда. Вообще хорошо. Терентий, пройти дай. Пошли. Вперед, ребята. Сейчас ты выплывешь, ну? Я... Как психи кричат в Borderlands. Я здесь постою. Я не хочу отучиться. Второй уровень калаша. Ты вообще нереальный парень. Я почти пустой. Чувак! Там еще двое стоят. Я патрон нету. Я пошел драться. Один рядом с вами. Я пошел показывать тебе искусство ниндзя. Давай. И подожди еще. Все? Ты закончил? Нет.
Подожди. Охуительно. Найдите машину, чтобы догнать капитана. Чур я веду. Папа может быть кем угодно. Плавать брасом, спорить басом, дрова рубить. Я куплет перепутал. Не быть кем угодно, а все что угодно. Это наша машина? Класс. Ну вы же понимаете, что я гоняю только... Я тебе не помог. Я тебе не помог? По-моему, я тебе не помог. Он опять ругается. И опять обезьяна в кадре. Ух ты. Соревнования. Баб, вы проиграете. Михалкова не победит, ты понимаешь? Ты ничтожен. Идите нахер, я веду. Вы не, вы оба никто, понимаешь, Мих? Найти бомбу, оба. Я промахнулся. Ну, боже, ящик. Я подобрал бомбу. Ну, теперь надо убить тебя. Установите бомбу. Я рад. Так, надо другую бомбу поставить. Кирилл уже уехал куда-то. У него там гонка, оказывается. Надо найти бомбы. Бомба установлена. Вот ты мудак, слушай. Найти бомбу. Взял у меня. А можно как-то от третьего лица? А, может на F? На F какую-то кнопку. Но принцип игры непонятен. Это моя. Терентий, мудак. Я его не найду. Посмотрим, кому повезет, сказал Михалков. Никита Сергеевич. Ну, ребят. Это моя. Вы там за одну боретесь, а я всегда... Да, 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 Димка за мной. Меня зависит, все. Вот то есть. Что происходит? Что вообще случилось? Почему это произошло? Едь давай, Михалков! Ха-ха, что, Димка, хватит? Меня Михалков провис! Так тебе и надо. Текстуре. И ситар я тебя вижу. Ха-ха-ха. Опять у меня Михалков провис так же, как и раньше. Ну что это за мать его? Это нечестно, у меня Михалков протёк. Я сказал тебе, что я не волнуйся, я сделаю всё. Я рад за тебя. Ах ты ж, Димка. Все равно победил. Перевернуться. Я победил? Да. Неважно что, неважно как, но повелитель арены, даже в Far Cry повелитель арены, вы поняли, сынки? Все бы было по-другому, если бы вы не знали, Армудак. Если бы я знал. Я два раза перевернулся. Классный взрыв, просто эффекты. Я у Димки бомбу отжал. Ладно, нам пора заканчивать эту садомию. Нет. Давайте, остановимся. Давайте машину сядем. Да, все, хватит. Это все как бы заканчивается хорошее. А я все еще жду свою гарнитуру и играю на спайном микрофоне, а у пацанов все хорошо. С вами был Димка Терентий и Шестрила. Мы не просим. До новых встреч. Мы говорим вам до свидания. Не перебивай меня, мать твою. Вот теперь можно. Я думал, ты уже все. Тихо. Стоп, пока. Всем пока. Пока.